Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «На виду», и сегодня в ней участвует не один человек, а целая группа. Это команда участников всероссийского конкурса «Флагманы образования муниципалитет». Все вы помните день 7 ноября, когда на наши телефоны приходили сообщения с просьбой проголосовать за финалистов конкурса. Мы это сделали, наша команда победила, и сегодня они у нас в гостях. Расскажите, Вячеслав Анатольевич, как вы там оказались на этом конкурсе? Когда это все началось? Ну, началось это еще в декабре 2021 года, когда к нам пришли документы, информирующие о том, что стартует конкурс «Флагманы образования, муниципалитет». Ну и, так скажем, было принято решение сначала внутри, а потом уже с коллегами обсудили, что стоит попробовать свои силы и принять участие в этом всероссийском профессиональном конкурсе управленцев. Почему вам это стало интересно? Ну, это, во-первых, возможность, наверное, посмотреть на себя со стороны, оценить себя, свои возможности, свои какие-то профессиональные компетенции, те, которые у нас есть и которые мы демонстрируем в повседневной, ежедневной деятельности. Началось все на самом деле с такого обыденного процесса, с регистрации. Платформа всероссийская, зарегистрироваться было тоже непросто, у нас были там определенные технические сложности, но тем не менее мы прошли этот этап, а дальше было тестирование. Тестирование было индивидуальное, мы тестировались по трем направлениям. Тестирование было по общекультурным знаниям, по уровню общекультурной подготовки, тестирование было по профессиональным управленческим компетенциям, второй был тест. И третий тест был касающийся функциональной грамотности. Ну а потом пришло приглашение, что вот по результатам теста вы в полуфинале. И началось самое интересное, началась образовательная программа. То есть начались курсы, дистанционные курсы повышения квалификации. И по результатам этих курсов в итоге мы должны были написать и защитить программу развития системы образования муниципальной. Ну, что мы с успехом и сделали. Достаточно большое количество баллов, с хорошим результатом мы это сделали. Это было уже в начале июля 2022 года. То есть вот с января по июль шел процесс тестирования, обучения и написания программы. Ну, ожидали, что вы точно попадете и поедете в Машуку? Или неизвестно еще было, где он будет проходить? До Машука еще нужно было пройти полуфинал. То есть мы по результатам вот обучения, тестирования и защиты программы мы оказались в полуфинале, который проходил в июле в Москве. Отобрали 15 команд с Востока. То есть мы попадали, было две зоны, зона Запад и зона Восток. В каждой было по 55, по 60, по 60 команд в каждой зоне было. И вот мы в своей зоне, где 60 команд, мы вошли в 15 сильнейших команд и нас пригласили на финал. Прилетели за день и... Так как нас Машук принимал только 4 ноября, мы сняли квартиру и, в общем-то, положив все наши сумки, пошли гулять по Пятигорску. Но там очень рано темнеет, и поэтому там в 6, в начале 7 уже, в принципе, было темно. Честно говоря, Пятигорск не особо произвел на нас впечатление вот в это темное время. Тем лучше, да? Да, и мы как-то вернулись домой, не очень вдохновленные этим городом. Вот, Эльбрус вообще мы не увидели, тем более, да. И... Оставалась одна надежда на конкурс. Ну да, оставалась все-таки, знаете, еще надежда на утро, потому что утро тоже было нашим, и проснувшись по нашему же времени очень рано получается, поступило 6:30 утра предложение все-таки позавтракать и пойти погулять по этому городу, потому что от многих мы слышали, что это очень красивый курортный маленький городок. Ну, в общем-то, так и получилось. Мы где-то 6:30, наверное, пошли на прогулку, вот, нафотографировались, посетили очень много интересных мест в Пятигорске, изменили свое представление об этом городе, и уже вдохновленные этим городом, так скажем, и его достопримечательностями, мы вот поехали уже в центр образования Машук. Это действительно большой новый образовательный центр, который состоит из нескольких зданий, то есть там отдельно корпус гостиничный жилой, то есть отдельно корпус со столовой, отдельно корпус, где учебный, где находятся разные и кабинеты, и компьютерные классы. То есть это как действительно как поселок какой-то, да? Да, то есть он немножко отдален от города, находится на расстоянии, на склоне горы. Прямо под горой Машук. Что вас больше всего впечатлило там вот в этом месте?
Ну, во-первых, все новое, красивое, современное, все, да, яркое такое, все предусмотрено. Огромные плазмы, внутренние, внешние плазмы. То есть мы шли, и все очень оперативно выставлялись, все фотографии, видеофайлы. То есть мы, проходя из столовой до корпуса, в котором, ну, проходили конкурсные испытания, мы уже видели себя во вчерашнем и даже сегодняшнем днях. Вот, фотографировались, находили возможность себя увидеть на этой плазме и тут же себя же запечатлеть рядом со своими фотографиями. Очень современное такое все, современное, новое. И поэтому, конечно, это производит впечатление. Что-то зацепило, вот что, может быть, а мы, это можно и у нас, например, есть что-то такое, что какую-то идею посмотреть? Нам бы очень хотелось, конечно. Очень много изюминок в оформлении, да. И очень много изюминок в, наверное, отношении к тем людям, которые будут в этом учебном центре заниматься. Вплоть до беговых дорожек, до стадиона, пожалуйста, если кто-то этим занимается и привык, чтобы вот не отрываться, не отвлекаться. Ну, вообще слоган этого центра «Учим тех, кто учит». Вот буквально перед нашим приездом выезжали 200 педагогов из Донецкой области. То есть это такой вот, ну, институт повышения квалификации, но на выезде, да, куда можно вот поехать, оторвавшись от повседневных забот. Очень много фишечек, вот, ну, чисто, наверное, зону отдыха, педагоги возьмут для себя, да, вот какие-то там в оформлении, да, вот там рост, допустим, да, вот это рост Калашникова, вот это рост Петра Первого, а ты вот где-то между ними. То есть вот, ну, такие вот мелкие изюминки, которые цепляют, которые хочется запечатлеть, которые оставляют в памяти себе, остаются во внимании. Мы не чувствовали себя какой-то командой из маленького города, хотя, если говорить откровенно, по численности населения у нас, наверное, наш один из самых предпоследних где-то в конце. То есть в основном там крупные города, города-миллионники. Миллионники, нам, мы понимали, с кем мы состязуемся. И уровень совсем, конечно, как бы другой. Но вот благодаря вот таким мероприятиям это, конечно же, абсолютно никаким образом не чувствовалось. Ну и надо отдать должное нашим женщинам, они молодцы, потому что вот и костюмы, и все, мы очень здорово выделялись на этом фоне. А с чего все началось? Какое первое здание было? Ну, там, исключая команду образования, может быть, там самое первое здание? Самое первое, самое сложное, самое непонятное и до сих пор не разгаданное и не раскрытое – это госпаблики. Это ведение социальных сетей, Телеграм, ВКонтакте, ну сейчас вот этим убираем, где которые сейчас уже про них речи как бы и не шло. Вот это самое сложное было. Самое сложное было понять, быстро сориентироваться, что от тебя хотят. То есть когда человек говорит, ну вот напишите новость, что у вас в городе, например, проводится крупная научно-практическая какая-то конференция, да, которая международная, вот нужно было быстро сориентироваться, да, все, тайминг везде, по времени, вот если говорить русским языком, время везде. Вот на это вам 3 минуты, здесь вам 5 минут, везде, вот все эти дни в Пятигорске и в Москве, все четко. Не уложился, твой вопрос уже, ответ, вернее, никого не интересен, уже все. Это было первое. Это было первое конкурсное испытание. Вот, я имею в виду именно то, что вы ощутили, да, вот это про нас, это вот наше, это мы с удовольствием сейчас возьмем. Нет, про нас, это как раз то, о чем говорил Светлана Викторовна. Это вы имеете в виду, Светлана Викторовна, управленческие поединки. Да, управленческие поединки. А что это было, расскажите? Так, это достаточно серьезный конкурс, достаточно нервный. Почему? Потому что группы отбирались по 6 команд, и мы не понимаем, по какому принципу складывались эти комплекты команда, и в течение каждой команды предлагался управленческий кейс. Какая-то задача. Мы должны были за определенное количество времени, опять очень строгое, это примерно 8 минут было, да? Мы должны были обсудить в команде, как бы мы поступили, выходя из данной ситуации, которая опубликована, вот, изложена на странице бумаги. Иногда это было 2 страницы бумаги плотного текста, мы должны были это прочитать, мы должны были понять, в чем суть этой проблемы, мы должны были вместе решить, как мы из этой ситуации выходим, но самое главное потом. Выбиралось 2 команды, 2 противника или 2 стороны, которые мы выходили к доске, грубо говоря, да, и транслировали на всех остальные команды, транслировали свое решение. Транслировали мы, транслировали наши коллеги, а затем все остальные команды были в роли оппонентов. Они затем выступали и говорили, мы принимаем вашу сторону, потому, но не принимаем, не согласны, потому-то. И получилось так, что далеко не всегда с нами были согласны. Но там уже выявлялась некая технология, поведенческая технология других команд,
которая показывала, по сути, отношение к той или иной команде. Сильные команды, естественно, были подвержены более усиленным нападкам оппонентов. Мы это видели, мы это чувствовали. Даже эксперты нас поддерживали. Все нормально, все хорошо, действуйте дальше. И нервная ситуация, она доходила, в общем, такого максимума. Здесь, конечно, надо было друг друга поддерживать, друг друга останавливать. У кого была аптечка? У кого была аптечка? На аптечку времени. Абсолютно. И это длилось очень долго, и на каждом кейсе были другие эксперты. Таким образом, мы не могли воздействовать каким-то образом своим обаянием данных экспертов. Каждый раз эксперты менялись, и, соответственно, затем мы выходили оттуда буквально вышитые все, как лимон, насупившись, но вместе с тем, как оказалось в итоге, это наша... компетенция, которую, да, в общем, мы ее показали достаточно хорошо, просто суперски. Мне еще рассказали, что были внеконкурсные какие-то, да, вещи. Что это такое было, Ирина Николаевна, расскажите. Ну, у нас было, на самом деле, много внеконкурсных активностей, испытаний, их тоже так же называли внеконкурсные. Первая из них была еще в самом начале, как только мы вот вышли в полуфинал. Нам нужно было создать профайл нашей команды, опубликовать его. Мы увидели себя в воздушном шаре, поднимающемся вверх, в небо, стремящемся к новым достижениям, победам и подвигам. Вот, наш профайл, на наш взгляд, очень понравился организаторам, потому что мы его неоднократно видели в различных презентациях, информационных роликах, которые сопровождали вот этот конкурс «Флагманное образование муниципалитет». Затем было предложено командам придумать символ этого конкурса. Тоже развернулась такая, ну, серьезная борьба за права этого символа. Мы увидели тоже наш символ, это жемчужина в открытой ракушке. Ну и, наверное, самый такой был серьезный конкурс, вне, ну, так скажем, он был вне конкурса, да, но тем не менее. Это вот творческое задание, нас объединили с командой из Ярославской области, город Тутаев. Это была команда с Запада, и нам нужно было создать единый творческий номер для вот тоже вечера, который был 6 ноября у нас там проходил, вечер дружбы. И вот мы должны были, несмотря на то, что 3000 километров нас разделяет, мы должны были приехать туда с готовым номером. Мы предложили поставить такой мини-мюзикл. Назывался он у нас «История успеха», именно о том, вот как вообще, начиная с того, как вот наш сегодняшний разговор, как говорится, да, о том, когда узнали о конкурсе, как готовились, как оказались, вышли на сцену. Ну и думаю, что результатом это был, конечно, зал, который встал в конце нашего выступления и аплодировал нам, и подпевал с нами финальную песню. Ну, в общем-то, наверное, да. И танцевал, да, вместе с нами. Вот мы подобрались к самой, наверное, такой кипящей точке, которую знают, наверное, половина из Китима. Точно это день 7 ноября, да? День, как говорится, это день единения народов из Китима было. Да. Второй день народного единства, да. Так вы его и назвали на аппаратном совещании. Это был день народного единства. Это был день народного единства. Вообще, на самом деле, об этом голосовании мы узнали случайно. То есть у нас последний день, это был день, когда подводились итоги в основном. И это было 7 числа. Конкурсных испытаний практически не было, были только лекции, такие какие-то погружения и все остальное. И мы вот пришли в перерыве во время обеда, мы пришли в столовую, как всегда, ну и сидим, общаемся, делимся эмоциями какими-то, смотрим на другие команды, некоторые стали уже действительно родными, друзьями, да. И просто вот мы вот как бы листаю эту... Как это называется? Стена лента новостей, да. И флагманов. Голосование, я говорю, коллеги, голосование. А потом смотрю, еще и моя фамилия там. И вы знаете, первое, что меня зацепило, так с хорошей точки зрения, что видать, кто-то узнал об этом раньше, и у меня там было, по-моему, 4% всего. То есть я был там предпоследний или последний. Я вот тогда коллегам сказал, я говорю, не первым, но и не последним. Вот давайте, и все, и началось. И началось, и все каждый начали писать, и начали болеть. С родины начинает звонить, начинает писать, там все переживают, область подключилась, министерство, спасибо огромное, прям в этом плане тоже помогли. Голосовали те, кто ни меня лично не знает, ни команду нашу не знает, вообще живут в другом муниципалитете. Но вот чувство единения сибиряков,
то, что вот Сибирь, особенно когда накалились страсти особо, когда мы вышли практически две команды, ну то есть два лидера команды, да, вот в этом голосовании, тогда здесь уже не фамилии, там Бесхлебный Вячеслав там или еще кто-то. Сибирь, я из Сибири, команда представляет Сибирь, мы единственные. И скорее всего это как раз тоже и повлияло. Потому что люди, которые писали комментарии, там Вячеслав вперед, там Вячеслав, ты победил, я этих людей не знаю. Это и скорее всего эти люди даже не из города, из Китима. И вот замечательно, что вот наша Сибирь, наш регион показал себя именно с такой точки зрения, как единый народ, вне зависимости от национальности. Голосовали все. И в итоге фактически мы и победили. Осознание того, что мы вообще попали в 15 сильнейших по стране. Из 1600 команд, которые были на старте, мы в 15 сильнейших, город Искитим. Это пришло осознание у меня лично уже в аэропорту, когда мы летели домой. То есть, когда мы обсуждали, что мы в 15, еще не доходило. А потом уже пришло сознание, да, действительно, мы в 15, и мы составили конкуренцию и даже победили команды из крупных городов. Что вы привезли домой? Что самого главного у вас появилось в голове, в сердце? Вот что можно применить здесь? Чем это было полезно, грубо говоря, с точки зрения применить на местности, применить дома? Для вас, как для специалистов, и, может быть, для вот нашего города? Очень много изюминок привезла, которые хочу воплотить в своей школе, которые я там увидела и в оформлении, и в формах проведения различных событий, которые были там. И вот мы уже наметили у себя в декабре, у нас будет проходить такое событие, называться оно будет «Флагманы школы номер 11. Старшеклассники». Для меня, наверное, это была возможность показать, что наша муниципальная система нашего города, здесь представители школ, как бы управления образования, то есть мы представители всей системы, мы одни из лучших в стране. Вот это и была возможность наша как раз продемонстрировать. Потому что в 2017 году мы стали лучшими в нашем регионе. Наша система была признана лучшей. И сегодня перед нами стояла задача заявить о себе уже на территории нашей великой страны. А зачем Вячеслав? Ну, это, наверное, какое-то чувство собственного удовлетворения, наверное. Мы ведь ехали не за наградами за какими-то. Вот там за какими-то достижениями и так далее. Это, наверное, все-таки оценка самого себя. В правильном пути мы идем? Правильно ли мы понимаем то, что мы должны делать? И вот соотношение вот как раз нашего понимания и внешней какой-то политики в области образования как раз вот нам этот конкурс и позволил соотнести. И мы действительно в правильном идем направлении. И еще раз хотелось бы подчеркнуть неважность какого-то населенного пункта. Из маленького, большого. Самое главное – отдаваться полностью и целиком своей работе, любить свою работу, любить свой населенный пункт, любить, не знаю, свою профессию, детей. И вот как раз, когда вот это все сходится, когда ты приходишь не только деньги зарабатывать, да, какое-то внутреннее чувство удовлетворения от того, что ты делаешь, потому что мы управленцы, нас внешне оценивают очень по определенным сухим каким-то критериям и не так часто. И вот ты попал там, не попал, это уже дело другое. А конкурс, он как раз дает возможность раскрыться вот полностью от профессиональных каких-то своих качеств, заканчивая творческими какими-то вещами. И наша была как раз задача показать, что сибиряки – это люди, несмотря на то, что мы из сурового сибирского холодного края, у нас очень добрые, горящие сердца. А привезли мы, конечно же, в хорошем смысле слова, дружеские какие-то отношения, профессиональные. У нас теперь в друзьях, так называемых, в социальных сетях есть эксперты, которые нас оценивали. Это профессора, это ректора и так далее и тому подобное. Но мы можем их позвать к себе в гости, да? Мы можем их пригласить к себе в муниципалитет. Они очень интересные люди, которые сегодня задают какой-то определенный тон не только в педагогике, наверное, но и, можно сказать, и в управленческой сфере, вот именно в компетенциях различных. И следующий год у нас год наставника тоже. Пройдя вот одно из испытаний, с которых тоже было с этим связано, мы уже для себя что-то, ну, как бы наметили план дальше работы. Ну и... Это была проверка на что, по вашему мнению? На прочность. Прошли, устояли. Да. Самое бесценное – это поддержка коллег, поддержка вообще всех, кто знал о том, что мы в этом конкурсе участвуем. Ну, допустим, для представления команды, да, для одной из неконкурсных активностей, нам нужно было снять видеосюжет о своем крае, о своей территории всего на 20 секунд. Специалисты Центра дополнительного образования колоссальную поддержку и помощь нам в этом оказали. Нам нужен был народный костюм, управление культуры, Дом культуры молодость, да, городской,
оказали нам поддержку. Мы поняли в процессе репетиции, что мы не можем и танцевать, и хорошо, здорово, качественно петь. И коллеги наши, кто умеет петь, поддержали нас, опять же, Дом культуры молодости, они нам помогли записать этот плюс. То есть, вот, понимаете, кому бы мы ни обращались за поддержкой, за помощью, мы везде встречали, ну, доброе отношение, понимание. И вот это, наверное, для меня было самое главное в этом конкурсе. Все остальное профессиональное, да, оно прикладывается, но вот главное вот это вот, что ты не один, не сам по себе, никто тебя не бросил, выплывай как хочешь, а все вместе. То есть вот какое-то вот этот, вот это чувство было очень важно. Сейчас возникает такая опасность, ощущение того, что тебе нужно еще что-то, чего-то не хватает. В общем, я боюсь, что мы, наверное, с Ларисой Николаевной попросим наших управленцев, наших коллег придумать что-то такое, где мы могли бы еще себя проявить. Еще один момент. Я увидела, например, некоторые точки роста для себя лично, как это ни странно. И я уже наметила, как я буду решать эти вопросы для себя. Я уже записалась на курсы личностного роста, например, потому что я увидела реально, где я могу быть, наверное, лучше. Так что спасибо. Ну и самое главное, наверное, никто об этом не сказал, мы действительно увидели свои профессиональные дефициты. Да. Коллеги, возвращаемся к этим словам госпаблики. Для нас это на сегодняшний день, наверное, ну, как дамоклов меч, наверное, который время заставляет нас сегодня быть в ногу с этим временем, несмотря на, там, на возраст, наверное, на какие-то другие вещи, учиться правильно излагать свои мысли в социальных сетях, во всех, которые сегодня доступны на территории нашей страны. Спасибо, я благодарю вас всех за участие в нашей программе. Надеюсь, что сейчас более-менее представление у людей появится, да, у искитимцев, где вы были, что вы делали, чем вы занимались и, самое главное, зачем. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «На виду». Сегодня мы говорили об участии нашей команды на всероссийском конкурсе «Флагманы образования муниципалитет». Всего доброго!